Более 20 вопросов, среди которых важные социальные темы, обсудили депутаты Тольяттинской думы. Это развитие культуры, спорта, поддержка одаренных детей, увеличение числа инструкторов по спорту. Отдельно обсуждалось развитие Тольяттинской консерватории. Депутатов поинтересовала эффективность работы учебного заведения. Напомним, в апреле этого года консерватория получила разрешение на возобновление своей работы. В новом здании был проведен капитальный ремонт, закуплено оборудование. Сейчас здесь учатся две группы студентов, в том числе 8 иногородних. Им предоставлены комнаты в общежитии. Практически на каждого студента приходится свой преподаватель. Но, как рассказал ректор консерватории Евгений Прасолов, с набором следующих курсов нагрузка на педагогов будет увеличиваться. Как отметили депутаты, Тольяттинская консерватория – уникальное учебное заведение, которому необходимо помогать.